Рейвенсторп. Островок спокойствия. Но мое видение все еще не дает мне покоя. Хорошо бы отдохнуть под деревом. Раньше меня это всегда успокаивало. Покажи, что там впереди. Она же все поросла мелой. Когда это случилось? Да убаюкает меня шепот ветвей, изгнав мысли об огне и смерти. Скорее, мы почти на месте. Подожди, фрик. Что толку являться к врагу на порог, падая от усталости? Усур, ты наш сын. Бальдер пал жертвой предательства. Неужто тебе все равно? Нет. Исур заплатит за свои деяния. Но безрассудством делу не поможешь. Хозяин Муспельхейма что-то замыслил. Я хочу расплести его сети, а не угодить в них.
Слава того, кто не вскормил грудью наше дитя и не укачивал его ночами. У тебя иная забота была — греться в постели женушки. И все же ты весьма резво перепоручила его нам с Фрей, когда тебя одолел зов странствий. Усмири свой пламень. Навредить светлому Бальдру не может ничто во всех девяти мирах. Кое-что все-таки может. Скорее! Бальдер, силы его не взяли бы, а вот хитростью это все лучше. Он. И все же подлец не сознается. Вот почему он ждет нашего возвращения в цепях. Он скован моей рукой, как раньше его сын. И как наш сын, из-за него. Если он и вправду заодно с Суртом, то пощады ему ждать не придется. Не придется, Хави? Или ты снова простишь его, чтобы он и дальше строил нам козни? Ведь ты так любишь своего побратима, хоть он и принес всем столько горя. Мы с ним друг друга стоим. Хави, смотри. Их сожгли, а тела просто бросили воронью. Плохо дело. Идем. Мы спешим, а им уже не помочь. Это и наша вина. Когда турсы вторглись в Свартальфхейм, надо было привести сюда весь Асгард. Надо было не пускать сюда нашего сына. Он хотел остановить войну. Это достойная цель. А что до Асгарда? Каменщик сильно потрепал нас. Надо было отстроить город, почтить павших. Никто не хотел новых битв. Знакомые слова. Слышала их, когда Сурт захватил Альфхейм. Теперь альвов больше нет. Решила поворошить прошлое? Тебе надо было вмешаться, владыка Асгарда. И тогда, и сейчас. Сурт осмелел, а поплатиться может наш сын. Не говори так, Фрик. Мы найдем его. Что они натворили? Город разрушен. Все очень скверно. Они прошлись по Эйтре огнем и мечом. Бальдер! Он где-то рядом, Хави. Я чувствую. Чувствуешь? Такова связь матери и сына, которой тебе не постичь. Скорей за мной! Где он? Может, там? Эти дома пусты. Здесь никого нет. Тогда бояться некого. Вот, вот здесь, внутри. Он был здесь, но его след так слаб. Ты уверена? А ты не видишь? Идем, след ведет туда. В тот дом. Быстрее! Я ничего не вижу. Я чувствую след его духа. Он куда отчетливее, чем прежде. Нельзя медлить. Мы на верном пути. Если твои чувства верны, доверимся им. Где ты, сын мой? Если хотя бы волос упал с твоей головы... Фрик, не теряй надежды. Мы найдем его. Весь город окутан облаком гнетущей тишины. Где же прячется враг? Не отвлекайся. Думай о нашем сыне. Он уже совсем близко. О, он был здесь. Запах его кожи, волос. Он словно только что ушел минуту назад. Может, есть другие следы. Жди здесь, я пойду наверх. Что это за место? Для чего здесь все это? Высохшая кровь.
Его? Амела. Они знают. Кто это написал? Не ты ли, братец? Хави, они здесь! Поспеши, они идут! Здесь... Курсы! Фрик, я иду! Где мой сын, гнусная тварь? Простерт у ног господина там. Он уже не столь прекрасен, как прежде. Хави! Их много! Напои свой меч! Идите в огне, асгардцы! Могила заждалась тебя! Сурта нас не остановит! Смерть, богатый мастер! Хави, они идут! Эти твари продолжают прибывать! Сколько же нам придется убить? Вам не найти господина! Этот город станет вам могилой! Я уж заждался.
Давненько мы с тобой не сходились в бою. Так начнем наш последний. Каждую рану моего сына. Запах смерти все еще со мной. Это не пустой сон. Мне нужен совет Валки. Амела. Thank you.
пришло новое послание. Расправь крылья, Сёнин. Чувствую в тебе тяжесть, Эйвор. Что-то тебя тревожит. Я снова видел сон. Видение, как и в тот раз. Все было в огне. Расскажи мне. Бальдер, сломленный и избитый, был в плену у Сурта. Я пытался спасти его, но не смог. Меня бросили умирать в яме с трупами. Проснувшись, я нашел в складках одежды вот это. Бальдру тоже снилась собственная смерть. Знаю. А потом его мать Фрик заставила всех, и живых, и мертвых, поклясться, что ему не причинят вреда. Но она забыла про Амелу. И предсказание сбылось. Не все видения предвещают беду. Но тем, кто догадлив, каждая дарует мудрость. Выпей, если хочешь знать больше. И найди священный круг за моей хижиной. Там много амелы. Разложи амелу по кругу, подожги ее и встань внутрь. Посмотрим, чему тебя научит твой сон. Амелла разложена, осталось только поджечь. Валка! Что все это значит? Это что, тоже часть твоего обряда? Пламя подбирается все ближе! А! Валка! Ты сожжешь меня заживо! Не беги от огня, Эйвор, если хочешь попасть в свои сны. Нужно стать огнем. Thank you.
Хави, что с тобой? Хави, дурно? Минутная слабость. Все хорошо. Идем дальше. Думаешь, может, отдохнешь немного? Мой сын похищен. Его мать мертва. Я не могу отдыхать, пока не отплачу врагам. Простите. Вы вытащили меня из Хельхейма, поставили на ноги. Вы не заслужили мой гнев. Тебе не место среди мертвецов. Пока что. Идем. Наш дар ждет тебя. Вы до сих пор не сказали, что вы мне предлагаете и зачем. Что, ты скоро узнаешь. А вот зачем? Ты же прекрасно знаешь, что турсы сделали со Свартальфахейном. Они принесли огонь и резню. Вместо лугов у нас теперь пустоши. А кто выжил, тот в цепях. Они сделали двергов рабами? Да. Сурту нужно много рабов, чтобы достичь какой-то цели. Какой, мы не знаем. Мы не можем сражаться, Хави. Мы сломлены и загнаны в пещеры. Но теперь волны судьбы вынесли на наш берег владыку Асгарда. Я вас не освобожу. Я хочу только найти сына и спасти его. Избавь нас от Сурта, тем и освободишь. Вот зачем мы предлагаем тебе наш дар. Наших залов. Услада для измученных глаз. Во всех девяти мирах не сыщешь мастеров лучше, чем в Свартальфахейме. Огненный Турс! Клянусь молотом, они здесь! Они ищут дар Хави. Этот Толукс хотел похитить мой подарок? Хави, останови их! С радостью. Назад. Я с ними покончу. Отлично, Хави. Надо тут все обыскать. Надеюсь, нам повезет больше, чем тому Турсу. Должен быть где-то прямо здесь. Что мы ищем? Я вижу одни лишь камни вокруг. Здесь должно быть скрытое устройство. Может... тут... Возьми это, владыка Асгарда. Это дар двергов Свартальфахейма. Это могущественный дар. Вот, понравилось. Этот наруч позволит тебе забирать сущность павших врагов. Их сила станет твоей. Испытай его на мертвом Турсе. В моей крови пылает пламя. Да. Но нужно собрать больше сущностей, чтобы пустить в ход их силу. Идем дальше.
медлить нельзя. Это Ашли! Дай тревогу! Защити нас! Асгардская помощь! Хари забирает сущность своих жертв, чтобы наполнить наруч. Великолепная причина избавлять двергов от их врагов. Словно так и было задумано с самого начала. Ее не открыть! Заперто с той стороны! Угомонись, трусишка! Хави отыщет обходной путь. Пусть идут. Смерти у меня на всех хватит. Благодаря силе огненных турсов, лава не обожгла меня. Чем еще наградит меня этот наруч? Все нет. О, что, если там были турсы? Мы обречены! Хватит. Знал, что ты сможешь. Говорил я тебе, Сих. Да, да. И на миг не усомнился. Хави, магия в твоем наруче иссякнет, если ее не пополнить. Оглянись вокруг. Возможно, что-нибудь поможет тебе это сделать. Надо спешить. Если враг нашел эти залы, то и убежище наше найдет. Что найдет? Тайное убежище. О нем знают только дверги. Когда пришли турсы, многие из нас укрылись в таких местах и спаслись. Но убежище могут найти, и потому мы не задерживаемся надолго. Мы с Хальстейном ушли за провизией, а когда вернулись... Никого уже не было. Видимо, заперто с той стороны. Куда идти? Новое убежище где-то близко. Надо найти его, пока это не сделали турсы. Еще дверь! И мировые кости! Чем мы такое заслужили? Эти цветы — наруча, как и святилище, но голоса их слабые. Трудности? Это просто дверь, Сигур. Эти цветы пригодятся, когда придется наполнить наруч силой. Подвину тот блок, и мы переберемся все вместе. Спасибо, Хави. Знал, что ты не подведешь. Я никогда вас не подведу. Вы мне жизнь спасли. Я перед вами в неоплатном долгу. Раз так, я обращу это себе на пользу.
буду ходить среди турсов, и меня не узнают. Хави, видишь стражу впереди? Почему бы тебе не принять обличье турса и не устроить им неприятный сюрприз, а? Хорошо. Синмара. Чей это жалобный писк? Неужто Хави? Жаль, что мой муж не раздавил тебя, как жука, когда мог. От меня легкой смерти не жди. Я заставлю вас всех заплатить за свои злодеяния. Меня ты разве что насмешишь. Надо было сидеть в Асгарде! Бьешься лучше, чем твоя женщина. Так вернись, закончим битву. Не бойся, я из-под земли тебя достану во всех мирах. Цени каждое мгновение, Хави. Смерть уже дышит тебе в затылок. Она будет внезапной. Синмара! Поганая ведьма! Сам своим не верю. Синмара побеждена. Судьба и впрямь послала нам героя. Судьба подвластна мне. Ведите меня в убежище. Знак Двергов. Он указывает путь к убежищу. Давай взглянем на карту. Вдруг там подсказки. Смотри, Хави. Это карта Свартальфахейма. Убежище должно быть где-то рядом.
Есть и другие убежища. Мы точно не знаем, где они могут быть. Но если приблизиться, увидишь знаки. Скорее бы их всех увидеть. Фимбора, Хрота, старого... Фимбор проиграл мне в карты, а долг так и не отдал. Небось, рассчитывал, что и не придется. Напомни мне, никогда не играть с тобой в карты. В день, когда ты проиграешь в карты, небо рухнет на землю. Еще один знак! Значит, мы близко! Это сложный путь. И его так просто не найти. Иначе нельзя. Не то дети Муспели найдут нас. Но скоро они выучат наши знаки. И тогда ни одному Двергу не скрыться от них. Где следующий знак? Он должен быть здесь. Может, спрятан? Давайте осмотримся. Мы на верном пути. Ах, ты так думаешь? Да. У нового знака свернем налево.
Нет же. Уверен, что нам направо. Ты, как всегда, не прав. Просто иди за мной. Может, я повернула не туда? А я о чем? Лучше не торопиться. Давайте вернемся. Да, это верный путь. Теперь вижу, что сыны Ивальди нас не подвели. Доверься мне, Хальстейн. Я знаю, что делаю. А, да замолчи ты. А что это за сыны Ивальди? Я давно знаю Ивальди, но он никогда не говорил о своих сыновьях. Точно, он же когда-то был твоим рабом. Хальстейн. А, прости, не рабом, а сподвижником с ограниченной свободой действий. Сыны Ивальди — это те, кто следует учению Ивальди. И не все мы мужчины. Хотя тот, кто придумал название, явно им был. Ивальди многому научился в Асгарде. В том числе и тому, как важно быть готовым к неожиданному нападению. После его возвращения мы создали сеть подземных убежищ на случай бедствий. Только благодаря нам дверги сохранили свободу. Если это можно так назвать. Кстати, о свободе. Прежде всего, нужно найти и предупредить старшего о тех турсах. Иначе нам некого будет защищать. Сигрун и Хальстейн! Да чтоб меня Альвом звали! Вы нас нашли! Еще и пробрались мимо этих муспельских отродий. Так ты уже знаешь про турсов? Хорош бы я был, если б не знал. Надеюсь, вы не ради этого к нам спешили. Ну, вообще ради этого. А это еще кто с вами? Я Хави, волчья погибель. Бог воронов, владыка Асгарда. Да? А я Брут. Чесатель задницы, извергатель соплей, грязная пятка. Хави здесь, потому что у нас общий враг. Сурт взял в плен Бальдра, их с Фрик сын. Они с Синмарой дрались на равных, я сам видел. Сурт, значит? Любой враг этого напыщенного мешка с золой, мой друг. Заходи давай. Вы двое, идите отдыхать. Погоди, Хави. У меня для тебя подарок. Без тебя мы бы сюда не дошли. Как и я без вас, друзья. Думается мне, мы квиты. Все равно возьми. Это Алига Класс. Отдай кузнецам, и для тебя из него что-нибудь сделают. Спасибо вам, Сигрун и Хальстейн. Да пересекутся наши пути. Алида Класс! Вот это редкость! В наше время его днем с огнем не сыщешь. Из-за турсов? Да. Эти огненные ублюдки захватили наши рудники и усердно их охраняют. Но если тебе понадобится Алида Класс, можешь не стесняться и перебить их. Мой сын у Сурта в плену. У меня нет времени на вздор. Может, передумаешь, когда поймешь, что это за штука. Пойдем, отведу к кузнецу. Кто это с тобой? Слишком много имен, я не запомнил. Но это кто-то, у кого есть Алига Класс. Да еще и такой наруч. Завидую мастеру, что выковал его. Поистину, тонкая работа. Но не настолько, чтобы ее нельзя было улучшить.
Любой достойный кузнец окажет тебе такую услугу. Конечно, если принести нужные материалы. Остальные будут рады твоему серебру. Осмотрись вокруг, если хочешь. Ты знаешь, зачем я здесь. У меня нет времени. Кто не готов к битве, должен быть готов к гибели. Я буду ждать тебя у входа. Закрою глаза и вспоминаю, как сидел с любимой. Эвер, не будь ли? Сладкий мед, терпкий эль и соленые желуди. Снова ты? Кажется, будто с прошлой встречи прошел... Дверги говорят, время бежит быстрее, под удары молота наковальня. Ага, и те, кто так говорит, в жизни молота в руках не держали. Чем могу помочь? Как ты здесь оказался? Укрылся тут, когда началось вторжение? Я? Нет, я жил здесь и раньше, учился, а потом начали приходить беженцы. Чему же ты здесь учился? Я изучал породы. Порфир, змеевик, гнейс, брекчию, обсидиан, олигоклаз, золото. Ууу, земля таит такие богатства. В этом тайном месте мы собрали все, что знаем о тысячах обличий Имира, из чего тела был сотворен мир. Я мечтал изучить невероятные техники, создать такие доспехи, каких свет не видывал. Но эта мечта погибла вместе с сотнями других. Эх, такова судьба. До скорой встречи.